закидывай туда, блядь. Так что попадется, живое. Все, по сумке, блядь, все, блядь. Костыли даже и те пизда пришло, все, нахуй. Да все, буферу, все, нахуй, первый пойду. Ну, блядь, вот представь, водитель живой остался, нахуй. Вон он ходит в синий, вон он в синей куртке. Плечо, говорит, болит и голову маленько в висок, не висок, конечно, разбил. А тут как, что, это страховое оформлять, ты хуяки такой-то. Да вам выплатят, что ты? Тут вам 100% выплатят, сколько есть. По-моему, 400 тысяч на сегодняшний день, максималка. Вам выплатят все, нахуй, так же не переживайте. Нормально все. Леха, самое главное, что ты живой, блядь. Вины твоей тут нету, нахуй. Найдешь, блядь. Ты начинаешь ныть, нахуй. Ты о себе подумаешь. Выжил, блядь, сам. Вот именно, ты, блядь, думай о себе, о машине, блядь, думать. Ебанулся тут. Я просто посмотри, что тут творится, нахуй. Тут блядь, жопа, блядь. Пизда. Все, пизда. Тут бы была пизда. Вон, попробуй этот достать. Что досталось от этого? Ну, блядь. Вот он вышел на встречку, уснул, как поясняет водитель. Произошло уже на встречной шабочине, надо, блядь. Потерпевшим удар произошел. Вот они. Следы, как он шел. Вот он его ударил вот здесь вот уже ближе к обочине. И вот они следы пошли грузовика. На встречку он пошел, и вот он ушел сюда, поперек встал. 5.22, УСО 154. Вот он как ушел на встречку, так удар произошел.